зачем положили? Здесь дети еще. Зачем положили? Захотела и положила. Ну я сейчас захочу и просто вас самокат кину. Нормально будет? Все, я с тобой. Иди так просто со своими родителями. Ну зачем вы сюда лишние вещи так вот кладете? Я так не говорю. В парке. Можете выйти из парка? Еще что мне сделать? Ваня. Еще что мне сделать? Вот вы что делаете? У вас кухин катается или что? Никит! Чем? У вас скидбарки. Мне с тобой вообще нечего. Мы с маленькими дети, младше тебя. Ты себе позволяешь. Я не плавшим детей говорю. И вы зачем ты себе? Просто. У меня палец сломан. Тут овер много детей. Еще тупая глупая мамка сложит свои вещи. Сейчас бы тоже палец. Блять! Мне страшно тут кататься. Давай, давай. Чуть-чуть не додержал. Ребята, сходите. Первый раз сделал. Хорош. А ты мешаешь. Бля, вон он делает контент. О боже, как меня бесят эти дети. Она смеется, посмотри на нее. Это что вообще такое? О, бля, идем, снимай. Он всегда падает угарно. Короче, ребят, вы можете, в принципе, вот покажи, сколько людей вообще школьников в скейт-парке. Это вообще полный пиздец. И все эти мамки садятся сюда, вещи свои кидают сюда, типа, ну вообще реально анрил кататься просто. Все дети врезаются, особенно в людей со сломанными пальцами. Вообще, у Артема палец сломан. Вот, поддержите Артема на инстаграме, подпишитесь. Всем привет! Сегодня мы ведем репортера из скейт-парка на Большевиков. И у нас опять я же мать. У нас опять ожимать, которая мешает, типа, скейт-парку. Мы тут все катаемся, летаем через фанник, летаем через эту сиську, разворачиваемся. Ну, короче, вы поняли. Извините, может, вы отойдете? Спасибо. Короче, если это смотрят какие-то мамочки, какие-то маленькие дети, которые катаются вообще, в принципе, в скейт-парках, пожалуйста, смотрите по сторонам и не мешайте ребятам нормально кататься. Вот, учиться можно и во флоту, учиться можно, ну, хоть где. Я не против этого, но просто такие ситуации уже не первый раз, это уже третий видос на моем канале. Я думаю, понимаете, что это такое. A few moments later. Что у вас случилось? Бери телефон. Вы что, вообще, что ли? Вы что? Бери телефон. Я имею право снимать, это общественное место. А что случилось? Да, блядь, я ребенка, типа, я въебался, вот это случайно. Вообще она права, вот этот чувак долбоёб. Короче, ты въебался в кого-то? Короче, я въебался в него, и он вот такой, блядь, под затыльник совсем слабый дал. Ну, ты прям тоже виноват, блядь. Ты тоже виноват. Ну, немного, да. Можете рассказать, что случилось? Взрослый мальчик, вот этот, ударил его ребенка по голове.
Ага. Со слов. И не хочет извиняться. Ну, тогда получается, он не прав, да, хорошо. Я подошла, я говорю, ты извини. Ну, вы так на него бычили, просто там я не снял, конечно, но... Понимаете, я упала, вы меня еще... Да ты такой, ты меня тоже по ножке больной ударил. Ты упал, ну не я же тебя ударила. Подписывайтесь на канал Антон Зыков. Я бой. Извините, ты не прав. Выбрали время. Ну, его тоже, конечно, прессовать там не надо. Я его не так не прессовала. Ему нормально сказали. Все, давай ты извинишься просто и все. Перезвиняйся. Здорово. Ты можешь нормально общаться? Все, извините. Все, руку пожали нормально. В перчатках, конечно, как бомж, ну ладно. Все, погнали. Потому что мне все ручки натирают. Да потому что ты... Мы снимаем грипсы Артему. Короче, это будет наш микрофон. Уже дети даже тут. Это будет микрофон. О, кстати, рулит, нифига себе. Это микрофон. Это покуда руль заходит в жопу. Третья теория. Короче, мы сейчас идем до родителей всяких мамок и батей и будем спрашивать, почему они сюда водят детей. Что ты скажешь? У меня есть тоже для себя микрофон. Не-не-не, пожалуйста, без такого. Так, все. Это он. Идем. Все, можно пару вопросов? А почему вы приводите детей в скейт-парк? Ну, захотел, пришел, покатался. А почему вы кладете вещи на фигуры? Ну, так получается, что теперь делать. А если вашего ребенка врежется, что будет? Ну, встанет, пойдет дальше. Все, спасибо. Так, значит, дальше. Встала его тупо. Я вожу своего сына. Да. Ну, я блин, извините, снимать. Я тогда вас замажу. Я вот так буду снимать. Вот, я его сниму. Извините, можно вас снять? Нет, мы не будем снимать вас. Меня, популярные блогеры. Меня снимаем. Вот, вас... Пару вопросов, два вопроса. Ну, ладно. Почему? Все, отдыхайте. Хорошего отдыха. Ты ее снял? Конечно. Ну, вон, пойдем. Дальше. Который вон там стоит? Да, да, да. У него ребенок в защите на BMX, короче. Да, на BMX? Да. Ну, пойдемте. Все, она уходит. Вин, пожалуйста. Все, она увидела папарацци наши. Ну все, короче, грипсы я тогда себе забираю. Стой, теперь вопросы к жертвам. Вопросы к жертвам аборта. Жертвам аборта? Почему вы катаетесь в скейт-парке? Я катаюсь в скейт-парке, потому что я форкер. Что? Я катаюсь в скейт-парке, потому что я паркер. Потому что ты паркер? Да. А ты жертва аборта, да или нет? Я жертва... Подождите, не аборт. Паркер, блядь. А кого жертва? Паркер, ебать. За я паркер. Паркер. Дай мне секунду посмотреть. Я знаю только что. Да, паркер. Дай посмотри. Можно посмотреть? Не, можно я посмотрю? А теперь заново, давай. Не, посмотри, я отдам, я верну. Хочешь сняться в интервью? Я верну. Почему ты катаешься в защите, а остальные дети нет? Да смотри, да дай посмотреть. Потому что я боюсь за свое здоровье. Ты соблюдаешь правила? Да. Ты не нарушаешь? Нет. Ты пропускаешь всех? Да. Твои проблемы. Блядь. Снимешь что в интервью? Давай. Почему ты приехал в скейт-парк? Разъебывать мамок, блядь. Ебой! Братан, вообще, лучший. Какую первую ебать? Мы уже две разъебали. Да, они закончились сейчас. Кто, мамки? Мы про это видео снимаем, кстати. Да? Я ебой. А про опыт хочешь что-нибудь сказать? Бля, пижу их всех. Скажешь там тебе? Чего не забыть, что не надо? По-моему, здесь катаются, блядь. Здесь должны кататься. Они катаются хуже даже, чем моя бабушка. Они самокаты тут отбирают, это школьник. Да, свапы. Разбирать это пополам. Да. Самокаты. Ладно. Все, сейчас. Спасибо тебе. Спасибо. Удачи и катайся. Сейчас хочу трюк сделать. Фронтборд. Бля, почему меня мать не проглотила, блядь? Тебя могли проглотить, кстати. Снимите трюк. Давай. Сказали нельзя. Нормально. Все, короче. Поперили. Интервью закончено. С вами был... как его, первый канал у нас. НТВ. Первый анал. РЕН-ТВ. Да, да, он самый. НТВ всякую хуйню всегда показывает. На канал подписываемся, лайки, пацаны, и будет больше видео. Видео ровно каждую неделю. А лучше еще на Инстаграм. Стас, открой рот, закрой глаза. Все, давай сюда. Письку. Всем пока.